Во внешнем процессе регуляции информационных отношений организма с внешней и с внутренней средой являются эмоции, в которых психическое и физиологическое присутствуют одновременно, как две стороны единой нервной деятельности. Эмоции способны значительно влиять на механизмы фиксации информации, ослабевая или усиливая ее. В зависимости от положительного или отрицательного характера эмоциональной нагрузки, сопровождающей информационное воздействие для фиксации в памяти, человек впоследствии формирует свою целенаправленную деятельность. Другими словами, все, что вы имеете внутри себя, есть шаблон. Если он информативно негативный, то и на новое открытие, явление, событие именно его вы и натягиваете. Это ваш опыт. Ну а коль вы добрый человек, и позитив из вас так и прет, вы во всем видите радугу. Горько осознавать, что люди перестали верить в то, что они делают. Однако делают. Мышление имеет инерцию. Сегодня Верхневолжское авторское общество представляет гражданский проект в сфере социальных инноваций. Беспилотный летательный аппарат «Новая авиация» в элементной базе автотельмени. Суть проекта – создать новую форму предприятия, уникальный состав участников, основанный на промышленном праве в производстве в любой отрасли хозяйственной деятельности. Участники проекта – молодые известные актеры российского кино Аристарх Венес и Емельянов Кирилл, актер театра современной пьесы. Представитель движения «Наши» Антон, тот челябинец, закопавший себя по колено в песок, чтобы встретиться с премьером Владимиром Путиным. Детство – сиротский дом. Это предприятие социально ответственное, холодный ядерный синтез, мирный синтез на благо человечества. Сегодня мы готовы объявить о новом методе капитализации малого и среднего предпринимательства. Визуализация событий, СМИ, блогерские технологии, тематический видеоряд, короткометражный документальный фильм, сценарий, объясняющий появление данной технологии как физического решения природного явления. Отрасль культуры, героизация, создание образа равнения и ответственность на гражданскую позицию и социальную активность. Ряд торжественных мероприятий, мода на науку и инновационное правосознание. Открытость – основание для заключения соглашений по использованию научных и технических результатов в области плазмохимии и применения их в иных отраслях хозяйственной деятельности. Возможно подать заявку на искусственный плавучий остров с тематической энергетической установкой и создать уникальный состав участников Международного исследовательского института океанологии. Благотворительность. И все же есть плюсы, когда явление приходит совершенно неожиданным образом. Совершенно иным путем своей дорожкой. Иная теория параллельна. Всякий, кто задается вопросом и вопрошает, то по мере веры получает пользу. Кто с малой верой приходит, получает мало пользы. Кто с великой – великую. Пониже есть о чем размыслить.